Сегодня РН «Юганскнефтегаз» ведет геологоразведку и разработку месторождений на 40 лицензионных участках. На предприятии ежедневно трудятся тысячи сотрудников. «Юганскнефтегаз» с честью и достоинством, я считаю, несет то знамя, которое ему вручено. И при наличии такого коллектива профессионалов можно с уверенностью смотреть и в будущий период. В этом году нефтяники с успехом выполнили производственные задачи, обновили отраслевые рекорды, запустили передовые технологии. Словом, делали огромный вклад в развитие российской нефтедобывающей промышленности. Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, вашим близким, мирного неба над головой, чтобы все ваши мечты и начинания, которые вы запланировали, сбылись в новом 2024 году. Сергей Кобелев одним из первых поднялся на сцену для награждения. По итогам работы он отмечен медалью Министерства энергетики Российской Федерации. За 30 лет работы на предприятии это не первое поощрение опытного нефтяника, но от этого не менее приятно. Даже получив личную награду, мужчина рассказал о коллективе, а не о своих достижениях. Невзирая на те сложности, которые у нас были, мы, конечно же, стараемся воплотить все в наши производственные показатели. И весь коллектив управления эксплуатацией трубопроводов заслуживает только очень высоких похвал. Владимир Наденьков, напротив, впервые за 3 года своей работы был удостоен наградой. За качественную работу он получил благодарственное письмо общества с ограниченной ответственностью РН «Юганскнефтегаз». Ну, я могу сказать, что я очень доволен, что я работаю здесь. Для меня это стабильность. Прежде всего, это коллектив профессионалов. Я могу развиваться, я могу совершенствоваться. В следующем году градообразующему предприятию исполняется 47 лет. За это время общество взрастило 1000 ценных нефтяников, сменилось не одно трудовое поколение. Сплоченная команда единомышленников, которая есть в каждом звене, объединяется в одну большую и успешную команду под названием РН «Юганскнефтегаз». Эта медаль очень важна для меня, потому что я происхожу из нефтяной семьи. Мои родители, мои братья и сестры так или иначе связаны с нефтяной промышленностью. Я работаю очень давно, и постепенно вот я пришла к этой награде по ступенькам. И я очень горжусь тем, что мне сегодня вручили эту медаль. А под конец официальной части торжества со словами поздравления вышли Дед Мороз и Снегурочка. Они провели для гостей музыкальные испытания и танцевальный конкурс. В атмосфере веселья и позитива искренний смех не сдерживали даже самые серьезные нефтяники. Дарья Горельцева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».